Вітаю вас, шановні глядачі, в прямому ефірі Суспільного «Тема дня» і ми продовжуємо своє мовлення для вас. Сьогодні говоримо про пам'ять жертв політичних репресій, як в минулому, так і тепер. Говоримо про це разом з істориком Олександром Цвіркуном. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що звітали нас на ефір. 18 травня вся Україна вшановувала пам'ять жертв депортації кримських татар. І вже 20 травня був відзначений день пам'яті жертв політичних репресій в цілому. Пам'яті заходи традиційно проходять в Києві, на Київщині, в національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили, найбільше місце поховань масових політичних репресій та в інших місцях поховань в різних куточках України. В Радянському Союзі політичні репресії були звичним методом, але найбільша хвиля арештів та вбивств припала на 1937-1938 роки. В Одесі братська могила знаходиться на Другому християнському цвинтарі, на Західному цвинтарі, де поховані останки 1086 розстріляних в 30-х роках одеситів. Не виходить сприймати ці дати так абстрактно, абстраговано від історичного контексту, так як фактично наші співгромадяни знаходяться і на окупованих, і на анексованих територіях, і в російських в'язницях. Тому говоримо і сьогодні про факти політичних репресій та проти українців. Але перш за все, пане Олександре, хотів би вас запитати про одну річ, яка от мені не дає спокою. Насправді, мені видається, що ці дні, от 18 травня і 20, в цьому році пройшло з меншим акцентом саме якраз от на пам'ять жертв репресій. Можливо, мені здалося. От як вам здається? Вы знаете, мне тоже сложилось подобное впечатление. Но то, что наша городская власть как-то достаточно прохладно отнеслась к этим датам, меня это, в общем-то, не удивляет. Политические взгляды большинства наших депутатов, горсовета, они не позволяют им отмечать, скажем, подобные даты. Меня удивляет здесь позиция наших общественных организаций. И я помню, что вот в прошлые годы мы часто собирались в этот день, вот День памяти жертв политических репрессий, и представители партии «Свобода», и представители национал-демократических партий. Мы собирались на втором кладбище, там проходил траурный митинг, там были священники, которые проводили соответствующие службы. Но вот не в этом году, не сколько я помню, в прошлом году, почему-то вот это наши патриотические силы одесские, национальные наши силы, почему абстрагировались от этого. Чем это повязано? Вот не знаю, возможно, все-таки те события, которые сейчас переживает Украина, оно, может, все-таки немножко затмило эти даты. Это война на Востоке, это каждый день мы читаем сообщения о гибели наших солдат, вот, о ранениях наших солдат, и вот это, вот эти масштабные события, они больше привлекают сейчас внимание, чем события далекого прошлого, скажем так. Может быть, в этом причина, может, в чем-то в другом. Не знаю. Но сам факт остается фактом. У нас сейчас масса общественных организаций разных. У нас появились и новые, такие как Национальный корпус, у нас появился Правый сектор, у нас есть там Рада громадской безопасности, там еще. И никто абсолютно... Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от, говорячи от про цей останній момент, який ви згадали, в контексті війни, в контексті окупації частини території, тематика політичних репресій взагалі в суспільстві, як воно має сприйматись? Воно дійсно відходить на інший план? Ну, вы знаете, сейчас, когда мы живем, в общем-то, в достаточно демократическом государстве, демократическом обществе, для многих людей среднего поколения, среднего возраста, и особенно для молодежи, эти все события, ну, это наша история, но это было давно. Вот. Сейчас этого уже в Украине быть не может, вот, и в будущем это уже не повторится. Это сейчас, знаете, как мне кажется, это представляет чисто академический интерес. Да, это интересная история. Что-то для историков. Да. Да. Общественное мнение, оно относится к этому как к очень печальному факту, но это факт нашей истории. И, естественно, достаточно мало заинтересованности. Скажи, пожалуйста, в порівнянні, ну, скажем, 10 років тому, яке було ставлення до цих днів, чи взагалі відзначались... Окрім історичного, ну, окрім середовища істориків, скажімо так, чи відзначався цей день, чи ці дні, і чи резонувало взагалі в суспільстві, от на ваш погляд?
Вы знаете, мне кажется, что особый такой взрыв интереса к этим событиям произошел достаточно давно, еще при существовании Советского Союза. Если вспомнить еще эпоху Горбачева, когда снова вернулись и заговорили о сталинских репрессиях, о ГУЛАГе, когда начали у нас публиковаться, скажем, Солженицын, его там «Архипелаг ГУЛАГ» и другие, появилась масса воспоминаний людей, которые пережили эти лагеря и чудом остались живых. Даже в газетах публиковалось, в журналах выходило отдельными книгами, был очень большой интерес. Вот. Но потом произошли масштабные события, развал Советского Союза, возникновение разных экономических проблем, появление, ухудшение уровня жизни людей, потом война, две революции, война и так далее. И все это привело к тому, что вот актуальные текущие события нашей жизни, оно как-то отодвинулось, это на задний план. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от якщо говорити про... Ви сказали, що воно більше, це питання і взагалі ця проблематика, вона більше перекочувала в площину історії. Істориків, да. Так, от в площину дискусії історичну. Мені дуже цікаво, чи є ця дискусія, чи є взагалі дискусія в попитанню політичних репресій, чи є якісь різні точки зору в цьому контексті? В цьому случае сам факт політичних репресій і гибелі там десятків мільйонів ні в чому не повинних людей серед серйозних істориків, звісно, ніякої здесь дискусії немає. Да, это было, это очень плохо. Другой вопрос причины. Почему вот стали возможны эти репрессии не только в 30-е годы, а 20-е годы, а революция. Еще при Ленине создавались концентрационные лагеря, брали заложников и так далее. Вот здесь возникает некоторое расхождение. Некоторые считают, что это зависит от личных качеств самого Сталина, характера его, паранойя, вот, какой-то бред преследования и так далее, что он везде видел врагов и так далее. А другие считают, что здесь причины гораздо более глубокие. Гораздо более глубокие, и они касаются всей предыдущей истории этого народа, России и Советского Союза. Вот, то есть там нужно искать корни, потому что подобные репрессии, которые были в 30-х годах, которые были вот в период гражданской войны, после гражданской войны, подобные примеры в истории России можно найти гораздо раньше. И в 18 веке, да, и в 16-м, и 15-м. Вся жизнь, вся история России, народу Росії, сопровождається насиллям. Пане Олександре, це дуже цікаве питання, тому що насправді, коли постає питання, хто винен в десятках мільйонах жертв, завжди є якісь якраз тут думки. От можна говорити з одного боку про тоталітарного лідера Сталіна, так, і про його особливості характеру поведінки, від чого залежали долі десятки мільйонів людей. От є теза, про яку ви тільки що сказали, про те, що об'єктивно народ тяжіє до самознищення, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, історія російського народу, або русского, или, ну, ми беремо Росію, поскольку це многонаціональне государство, здесь только, не тільки русские, там і татари, і другі, їх об'єднує именно стремление к сильной руке. Причем это было всегда. Почему? Это зависит уже от особенностей исторического и географического развития, факторов развития России. Это и просторы большие. Это, ну, мы не будем вдаваться сейчас в эти подробности. Вот. Самое главное, что это появилось еще в незапамятные времена. Поэтому именно в России жесткая вертикаль власти во главе с лидером, то ли это великий князь, то ли это царь, то ли это генеральный секретарь КПСС, вот эта жесткая структура, она всегда присутствовала. И всегда были люди, которые с удовольствием осуществляли вот эти репрессивную политику, ну, вот взять Ивана Грозного, когда... тоже кровь лилась рекой, и Петр I проводил свои реформы, как известно, рубил головы там всем направо и налево, и вот революция и 30-е годы – это, в общем-то, явление одного порядка. Пане Олександре, дуже цікаво, насправді багато істориків проводять аналогію, точніше паралель між в історії українців, як народу, який постійно бореться за своє виживання фактично, постійно в дуже складних умовах, постійно під якимось правлінням тої чи іншої форми російського народу.
проводиться паралель з татарами кримськими, які фактично створили свою таку державу, наскільки це коректно говорити, Кримське ханство, і от опинились в тій же ситуації, що й українці під час радянської влади, і зараз фактично вони окуповані знову і переживають репресії. Наскільки доречно і коректно, як на ваш погляд, як на історика, порівнювати взагалі історії цих двох народів, українців і кримських татар? Ну, отношения крымских татар и украинцев – это очень интересная тема и очень сложная. Мы знаем даже из художественной литературы, из художественных фильмов, что разное было. И дружили, вот, и воевали, так. И полон брали и продавали потом рабов украинских. Были и союзниками. То есть здесь было сложное отношение, но, тем не менее, достаточно тесное отношение. Поэтому судьба украинцев и крымских татар, она очень похожа. Несмотря на разности происхождения, религиозные и так далее, мы все-таки близкие народы. Ну, достаточно сказать, что если брать территорию современной Украины, то, как считают вот демографы, историки, что есть только два коренных народа на территории Украины. Это украинцы и кримські татари. І все. Чи можлива дружба в майбутньому між кримськими татарами і українцями? Так, звісно, куди ми дінемося? Ми самою природою, самою історією, ми обречені дружити. От, і допомагати друг другу. Ну, ситуація, в якій зараз оказались кримські татари, мы мало чем можем им помочь, как вы понимаете. Воевать за возвращение Крыма мы не можем, это понятное дело. Вот. Единственное, что мы можем только на международной арене действовать, так сказать, призывая мировое сообщество заступиться за этот бедный народ, который уже который раз переживает вот такие вот репрессии. Пане Олександре, чи не завадять ці історичні моменти, про які ви так згадали, ну, мова йде про конфлікти, в тому числі в історії між українцями і кримськими татарами, на шляху до порозуміння вже, ну, будемо говорити так, коли Крим повернеться до України, коли українці і кримські татари без кордонів зможуть співіснувати, ну, співпрацювати, жити і дружити. Чи не завадять оці от точки? Як ми бачимо зараз на прикладі Польщі і України, те, як історичні факти використовуються в таких спекулятивних моментах для того, щоб не дозволити вже сьогодні мати хороші якісні дипломатичні стосунки. Ну, здесь параллель, я думаю, вона ніяк здесь не підходить. Дело в тому, що дійсно, якщо брати отношения України з поляками, то у нас є дуже багато, так сказати, таких точок, які викликають, м'яко говоря, противоречивые мнения, это и Волынская резня, и действия УПА и так далее. Подобного нет с крымскими татарами. То, что когда-то в 16 веке там захватывали наших девушек красивых украинских и продавали, так сказать, на рынках в качестве там гаремы и так далее. Ну, кто сейчас будет об этом вспоминать? Это просто смешно. То есть это неможливо, как засіб маніпуляції? Нет, у нас нет, абсолютно. У нас в этом плане нет никаких абсолютно противоречий с кримскими татарами. То это уже древняя история, то, что было. А вот с поляками, да, это вот живы еще до сих пор есть люди, которые все это прекрасно помнят, которые пережили, прошли через это, и это, безусловно, вызывает такие вот моменти. Пане Олександре, я знаю, що ви займалися дослідженнями репресій проти церкви в часи існування Радянського Союзу. Можете пояснити взагалі, для чого, ну, яка роль церкви в контексті політичних репресій була? І для чого взагалі було придушувати церкву? Можете пояснити? Що... Ой, ви знаєте, це для того, щоб було понятніше нашим телезрителям, тут треба йти ще в дуже далеке прошле. Діло в тому, що есть два таких момента взаимоотношений церкви и государства, или два типа взаимоотношений, которые называются цезаропапизм и папоцезаризм. То есть цезаропапизм – это когда вот в этом тандеме главную роль играет государство, а церковь играет подчиненную роль. То есть глава церкви находится на вторых ролях. Но папоцезаризм – это как раз наоборот, где религия играет главную роль. Так вот, российская церковь – это всегда была в подчиненном отношении к светской власти. Всегда. Патриарх играл второстепенные роли, он и никогда не пытался, московский вот, патриарх, играть какую-то самостоятельную роль и спорить там, с царем, там, с князями и так далее. Вот, поэтому церковь, подчиненная, так сказать, власти, вот это идеал
России. Церковь всегда на вторых рядах. Церковь всегда выполняет указания власти. Украинские церкви, вот, украинская автокефальная православная церковь, греко-католическая церковь, они никогда не были зависимы от государства. Они проводили свою независимую политику. Но структура, которая проводит политику независимую от светской власти, то есть в данном случае от коммунистов, от коммунистических, от КПСС, она не воспринимается, этого быть не может. Церковь должна быть послушной. Вы не хотите быть послушными, вы хотите проводить свою политику, вот, получите. Тобто мова йде про необхідність придушення саме через розбіжність типу держави. Так, совершенно верно, да. Вот, церковь должна быть только православной и только подчиненная, так сказать, власти. Никакой независимости, никакой свободы. Маленькая ручна тоталитарность. А греко-католики, например, у которых начальство, как если образно говоря, сидит и сидело даже не в Советском Союзе, а в Риме, то это вообще было недопустимо. Как можно терпеть структуру, которая подчиняется не КПСС, не генеральному секретарю, скажем так, КПСС, а какому-то папе, который вообще живет в капиталистическом государстве. Зрозуміло. Звідси пряма необхідність приборкати церкву. Вот, всех заставить перейти в православие. Вот. А кто не хочет, ну, пожалуйста, ГУЛАГ, лагеря, расстрелы и так далее. Ну, власне, тоді це і накладає негативний на православну церкву, наскільки я розумію. Тобто, конечно, велику тінь, так, як це ручна. Безусловно, це ручна церковь, современная. Вот сейчас, вот нынешняя православная церковь, Московский патриархат, это абсолютно ручная церковь, и она полностью выполняет указания президента, и нравится это или не нравится, она вынуждена это делать. Хотя в самой церкви православной, даже в Московском патриархате есть разные течения. В Московской церкви, вот, православной церкви Московского патриархата есть силы внутри самой, которые, в общем-то, недовольны подобной политикой, которые даже стремятся к отделению от Московского патриархата и объединению с независимыми украинскими церквями. В частности, да, есть такие, вот, это такое радикальное крыло. Вот. Правда, они пока особой погоды, как говорится, не делают. Вот. Влияние у них незначительное, но тем не менее они есть. И даже не просто в руководстве церкви, но даже на уровне вот обычных парафиальных священников, приходских этих батюшек, есть немало патриотов, которые, находясь, так сказать, в подчинении Московского патриархата, тем не менее собирают и помощь для воинов АТО, и помогают деньгами и продуктами. Я сам знаю таких лично, да, хотя это Московский патриархат. То есть тут все достаточно сложно, как говорится, да. Пан Олександре, а чому важливо відзначати ці дні, і чи взагалі важливо? Можливо, достатньо, щоб дні пам'яті, вшанування жертв репресій політичних циркулювали виключно в наукових колах? Ні, безусловно, ми повинні говорити, ми повинні відмічати це достатньо широко. Ми, історики, повинні не тільки між собою, так сказати, рішати якісь вот питання, зв'язані з репресіями і так далі. Нужна, і історики повинні через пресу, через телевидение, через якісь журнали там популярні, розказувати об цих событиях, об'ясняти причини і так далі. Вот, безусловно, это історики должны этим заниматься, потому что постоянно привлекать к себе это внимание. Но нужны ли нам такие дни, как 18-е, 20-е? Ну, я бы, знаете, если бы я мог, я бы, скорее всего, просто объединил бы эти праздники. Фу, виноват, конечно, не праздники, а эти даты. Почему бы не взять вот эту дату 18 травня, начало репрессий против крымских татар, и вот не объявить его днем жертв политических репрессий. Это тогда мы будем отмечать и крымско-татарские, кстати, события, вот, и вообще политические репрессии по Советскому Союзу. У нас виходить таки дійсно два дні, які направлені по своєму змісту на одну і ту саму тематику. І це дуже схоже на, от ми буквально в цій студії нещодавно дискутували про 8-9 травня. Складається іноді враження, що 8-9 травня в протистояння, певно, входить, як європейський тип відзначення цього дня, і
тип, який звичний для пострадянського простору. І от тут, тут теж, щоб не сталося так з часом, щоб не протиставлялося сьогодні. Да, лучше всего, я считаю, сделать именно так. Объявить вот этот день 18 мая общим таким вот днем пам'яті жертв політичних репресій. Пане Олександре, не можна запитати, як от в ідеалі мало б, ну, з точки зору історика, от вас як одесита, як мали би проходити ці дні от в такому ідеальному вигляді, як мали б люди ставитись до цих днів і, ну, чи можливо взагалі потенційно щось повторення таких от речей, які ми згадуємо традиційно, ну, я не говорю про масові якісь репресії, чи можливо взагалі повторення таких явищ гнебних, як політичні репресії? Ну, якщо брати, скажімо, сучасну Росію, то ми сталкиваємося з тим явленням, що да, і зараз там є політичні репресії. Є політичні заключені. Конечно, не такие масштабы, как 1937 год, но тем не менее есть. В Украине, если дальше мы будем развиваться в том же направлении, в котором мы развиваемся сейчас, то вряд ли что-либо повторится. Дело в том, что Украина нынешняя и Украина, скажем, образца 1937 года, это очень большие две большие разницы, как говорят, в нашем, да, как говорят в нашем городе. У нас уже сформировалось гражданское общество. Это уже факт, который не подлежит сомнению, и гражданское общество просто не даст возможности вот проводить подобную политику, даже если появятся такие желающие. Это вот как мне представляется. Громадянське суспільство, якщо я правильно вас зрозумів, іграє ключову роль для того, щоб не допустити політичних репресій. Що не так склалося в 37-му році, що дозволило відбутися таким, ну, масовим явищем? Ну, опять-таки, дело в том, что сейчас, в наше время, когда открыты архивы, так, когда снят гриф секретности со многих документов вот, НКВД, 20-х, ГПУ, НКВД 20-30-х годов, вот эти документы публикуются, сейчас может любой их почитать, когда мы, историки, получили доступ к этим документам, там выяснилось очень интересный такой ряд интересных фактов. И самое главное, выяснилось, что, оказывается, в Советском Союзе советскую власть ненавидели. Тобто це ключовий момент. Ненавидели. Але не було інституції. Вот, но в этой ситуации, когда тебя ненавидят, так, как можно удержаться при власти? Только одним путем. Террор и репрессии. Только страхом. Угу. Только задавить все живое, что есть. Только таким образом можно удержаться у власти. Вот это, пожалуй, и причина репрессии 1937-1938 годов. Удержаться и власти любой ценой. Ну, мы можем говорить о причинах поражения, скажем, Красной армии в 1941 году. О чем только не говорили и не писали. Хотя уже сейчас ясно, что советская, вернее, Красная армия потерпела поражение в 1941 году из-за того, что солдаты не хотели воевать за советскую власть. В такой степени глубокая была ненависть к советской власти. Это и колхозное крестьянство, лишенное, так сказать, возможности вести свое хозяйство. Это и низкий уровень рабочих на заводах с низкой заработной платой и совершенно дикой формой эксплуатации. Это интеллигенция, которая получала копейки за свою работу. То есть не секрет, что уровень жизни в Советском Союзе был ниже, чем уровень жизни в царской России. Угу. Вот и все. Пане Олександре, дуже дякую вам за таку змістовну розмову. Ми сьогодні говорили про жертв політичних репресій в Україні. Ми говорили про них як в історичній ретроспективі, так і про те, як цей день рефлексується сьогодні в нашому суспільстві. Говорили про це з Олександром Цвіркуном, істориком. Дуже дякую вам, пане Олександре, за сьогоднішній ефір. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що були сьогодні з нами. Залишайтесь на Суспільному, ми працюємо заради вас. На все добре.